руку, убитую своим сожителем, убивал долго, медленно, кулаками, изуродовал. А женщина была беременна, и по третьем месяце беременности ее дочка находится здесь, в республике Перегрин. Девочка сказала, я не хочу ее видеть даже вот в виде последнего прощания. Не пожелала выйти на похороны. Хранить было некому, поэтому Перегрин взял на себя эту процедуру. Наш спонсор, похоронная компания города, дает нам бесплатно гробы для подобных ситуаций. И вот в очередной раз пришлось воспользоваться их услугами. Вернувшись в кабинет после этой печальной похоронной процедуры, я опять думал о войне. О главной мировой войне. Есть Первая мировая, есть Вторая, есть главная. Непрекращающаяся с начала истории мира. Перманентная, постоянная. Это война, в которой гибнут души людей. И если сегодня взорвут где-то террористы и бомбу, если где-то упадет самолет, то об этом будут говорить все центральные каналы по всему лицу Земли. Но сегодня тысячи людей погибнут от обычных семейных сцен, рак, разборок, от банальных пьянок, от привычных наркотиков. И это десятки тысяч в масштабах мира. Каждый день идет главная мировая война, не прекращающаяся с колоссальным количеством жертв.